У нас уже все огороды попахали, кроме меня. Говорят, один в поле не воин. Еще какой воин? Это тот бродяга, который картошку копал. Все попахали. Я нет. Здесь, друзья, очередная уже партия шкивов, сцеплений и прочего готова к отправке. Сейчас поеду отправлять. Здесь запчастюлины на полноценное сцепление привез. Буду изготавливать. Так что это процесс тоже не быстрый. Всем спасибо, кто ждет. Вот, как-то так. Мужики, всем привет. Вот эти болты, которые с моста, да, вот они, которые срезанные, вот эти краюхи, ну, со ступиц. Вот, поправляю сейчас им резьбу, вот этой приспособой своей. Доработал ее, капец там, куча еще причандал до нее. Но, тем не менее, болты. Заодно чищу, прогоняю. Головка на 17 зажата. В ней гаечка вкинута. Так, чтобы вот сюда. Вот. Пружинку специально, чтобы из головки болт не вытягивал. Теперь вот взводим механизм. Пинолька ее сжимает. И сейчас, когда она поедет, вот, пружинка ее поджимает и не дает болту выскочить из головки. Без пружины болт вытягивает. С пружиной нет. Все, прогнал. Теперь можно это все дело. Вот, болт сам вытягиваю, да? И вот сейчас он доходит, дойдет до пружины и начинает прятаться. А дальше уже ее резьба отодвигает потихоньку. Все. О, гаечка прилипла. Прогнал, почистил. Сейчас вот этот болт надо дорезать резьбу аж вот так вот. Крепкие, хорошие болты. Задвигаю. Вставляю. Одной рукой это делаю. Так, двумя. Взводим механизм. Сжимаю его. Ну, здесь маслицо надо. Сейчас принесу. Кто сейчас сверлил, забирал масло. Сейчас будем дорезать. Все, погнала резать. Это уже не трогаю. Сейчас пружина его додавит. А дальше самая низкая скорость. Можно сказать, первая передача, 47 оборотов. Вот она закончила резьба. И убавляю ее на минимум, тут 19 оборотов будет. Начало. Потом можно добавить. Сейчас может скрипеть, пищать. Ну, несколько болтов у меня так со скрипом прям начинали. Ну, если ничего не произошло, значит, можно и добавить. Все. Если вот, вот он, пружина кончилась и может болт вытягивать. Вот она, головка вылазит. Это даже очень хорошо, как предохранитель. Все. Закончилось. Видите, вот она вылезла. Это очень даже хорошо. А сейчас включаю реверсок. Вот так вот вставляю, и здесь уже он не выскочит. Резьба нарезана, дорезана, не заморачиваясь вот этими вещами, руками. Вот это можно отодвинуть. Он линейкий, отличное качество, качественная резьба.
чересчур. Можно руками поправить. Можно передачу включить посильнее. Достаточно. Подожду. Я вот этих болтов сегодня уже нарезал. Просто кобздец. Щелкнул. Все. Горяченький. Хорошо, горяченький. Вот она ушатанная. Все равно мне сейчас ее подрезать. Поэтому можно также ее, мужики, поправить. Заложу пружину, чтобы она ее прижала. Начало резать. Можно пинулью, конечно, без нее. Но пружина всегда поджимает этот. И не дает из головки выскочить. Автомат, как говорится. Сочек. А болт все равно тут, он там распилен, видать, гайку распиливали. Но это не я такой был. И этот, все равно его подрезать. Щелкнул и хорошо. Болтики готовы. А это мы почистим. Они будут вот такие, беленькие все. Вот, вот такие будут все беленькие. Очень даже удобно. Я сегодня их тут понарезал, вот, собираю вот, эти балки, балки-копалки. Вот. Дорезаю так, чтобы везде всего хватало. Сколько тут дорезал, ничего себе. Миллиметров 30, наверное, дорезал и было. И не руками. Как-то так.